Так, фунчозу заливаем кипяточком. Далее форель заливаем ореховым соусом. Уже вкусно, уже вкусно. Микрозелень, которую нужно мне срочно израсходовать. Итак, фунчоза у нас процежена. Эту смесь мы тщательно перемешиваем. Вкуснючую рыбку выкладываю на остывшую фунчозу. Ой, прям уже слюни текут. Прям слюни текут. Немножко огурчика. Далее немного устричного соуса. Прям на рис. Не на рыбу, а прям на рисовую лапшу. Так. И пошла я вот с этим в ванну. Ой, как вкусно там мне будет. Ну что, дорогие мои, вкусняшку я сделала, прям слюни текут. От этого тоже слюни текут. Все, у меня полная ванна воды. Пошла-ка я залягу в ванночку. Вот прямо вот с этим, прямо с этим. И буду чистить галерею. С завтрашнего дня у меня выходные. Выходные. Это не значит, что я буду принимать заказы. Нет, я заказы принимать не буду. Я буду заниматься своими собственными делами. Всем хорошего настроения, всем отличной трудовой недели, благополучия и удачи!